Приветствую вас, мои дорогие зрители, а также подписчики моего канала, с вами Данил. И, друзья, мне сейчас в лицо светит солнце, очень ярко, я немножко назад отойду. В общем, друзья, сегодня какое-то там число, какое-то там август, и, в общем, сегодня мы с родителями решили съездить на Солонцы, на речку Качу. Я и в прошлом году, и в позапрошлом году ездил на ее, вы все знаете, потому что я видосики выпускал. И, в общем, в этом году мы опять поедем туда, но прикол в том, что, кстати... Сейчас старую дорогу, по которой мы ездили на речку Качу, ее перекрыли, там поставили шлагбаум. Ну, короче, твари конченые. И сейчас будем искать дорогу через Солонцы. Ну, попробуем, по крайней мере, найти. По карте, по крайней мере, я посмотрел, там есть дорога. Поедем, посмотрим. Надеюсь, там будет проезд, чтобы... подъехать к речке Каче. Ну, мы-то на джипе, мы, в принципе, где угодно можем проехать. Кстати, вы, наверное, сейчас спросите, что это у меня за рана тут такая. В общем, друзья, я упал с велика, я ободрался и руку ободрал до мяса. Правда, уже очень даже прилично зажило. Ну, что, в дождь поехал кататься и упал с велика на левый бок. А так, в целом, ничего страшного. Что, первичную подготовку мы сделали? Некоторые вещи уже тут собрали, еду все собрали, но родители поехали еще в магазин кое-что докупить. Вот он прицеп, вот он квадрик, сейчас родители приедут и будем грузиться. О, поехал. Ну там это, стоит противооткат здесь. Сегодня вообще... Пекло дичайшее. 28 что ли передавали. Ну. Да, все это. Потяги. Надо будет сиденье потом закрыть. Да, я сиденье сейчас закреплю. Просто прикол в том у нас, то что... О, блин. Все крепления от сиденья сломали. Поэтому сиденье у нас никак не крепится. Когда катаешься, сидишь на нем нормально, а вот ты когда вот в прицеп загоняешь, вести куда-то, уже один раз чуть не потеряли. Потеряли, а потом вернулись, кто-то на край дороги положил, хоть не забрали, а что-то признавали. 12-15 тысяч. Ну, что-то нет, 20. А, даже 20? Да. Нихера. Это в то время мы смотрели. А, дуреть. Мы, кстати, один год поехали и забыли вот это вот закрепить. Ну, чтоб... кузов не поднимался. Да, мы как-то забыли, но квадрик тяжелый, благодаря этому. Ну, он ближе вперед стоит, не это, ну на кочке или в горку бы. Он, видимо, все равно, да, на кочках, в горку, он немножко все равно приподнимался, как-то прыгал, когда мы забыли закрепить. Ладно, сейчас все до конца загрузим и будем выдвигаться. Все, друзья, выехали. Время 12:16, короче. Выехали. Заехали, это квартал Надежды, через его объезжаем. Тут автобусов не, они хотели, наверное, пустить. Ну, остановка, смотри, как, сними, как заросла. Школьная остановка. Ученики. Вообще. Сейчас мерим глубину, если на тот берег переезжать. Вот почти по колено держит, это ничто. Но течение сильное, зараза. Вот где-то вот здесь я проезжал на дыбах, прямо глубоко-глубоко было. О, вот здесь вот глубоко. Правее, правее. Ох, нихера. Охренеть. Я даже сигнала не дал, он проехал. Охренеть. Обалдеть. Чё батя творит на крюзаке. Все, ребята. Разгрузились, все установили. Здесь вот загорать будем.
Короче, мы когда еще речку эту проезжали, ну, вы видели то, что прямо захлестнула такая волна сильная. Ну, глубоко. В этом году вообще сильно глубоко что-то. Так я вот про что. То, что справа вот под крылом здесь у нас воздухан. И мы открыли, короче, с бати капот, проверили. Фильтр сухой. Все нормально, то есть вода, фильтр не попала. Волна была сильная, а под крылом у нас здесь воздухан. Вот это боялся, что немножко хлебнет, но нет. Нормально все. А этот, блядь, этот... Ох, хрена. Ничего себе, трещатка стреляет. Сейчас мясо будем жарить. Видишь, какая у нас зажигалка. Но. Для мангала, чтоб не это, не мучиться. Взял бы так, зажег ее. Сейчас все разгорится и... Видишь, ветра нет, когда ветер, она махом-махом разгорается. А сейчас тишина. Ну, получается, мы раньше по Северному шоссе заезжали сюда и вот сюда проезжали именно здесь. А сейчас там перекрыли, я уже говорил это в начале видео, перекрыли, поставили шлагбаум. Ну, надо будет все поездить на квадрике, посмотреть, где еще какие дороги есть. Мы вот за этими коттеджами заезжали. Да, вот получается, вот за этими коттеджами мы и заехали сюда. Вот за этими. Смотрите, забыли это опахало, чтобы разжигать костер. Вот это из-под газа. Видишь, как она хорошо. Аж сразу угли такие красные стали. Вон, видишь, как горит. Смотри, ближе. Ох, жар какой. Все, пошел жар. Ну, все. Вообще, как правильно разжигать? Мясо можно ставить. Мясо. Ой, вкуснятина. Нет, нет. Жар вообще бешеный идет, конечно, сейчас от мангала. Вкуснятина. Во, сейчас будем мангалить. Сейчас кайфовать будем. Это свинина на кости. Тебя надо сфотать. А, такой сладкий арбуз. Давно-давно таких арбузов не было. Ну, вообще. Через силу Данилу я. Да-да-да-да-да. Вообще очень вкусный такой, сладкий. Обалденный. Вот, смотри, Данил уже начинает зажариваться. Вкуснятина. Уже запах такой. Вот, друзья, мясо мы уже... Как видите, сняли. Ага. Какого? На, пробуй. Ну, горячий. Сейчас. Какое сочное. Можно просто охуеть. За всех Данила друзей. Да. За всех братьев. Да, за всех мотоциклистов. Угу. Сейчас еще забодяжим хлеб с майонезом, с соусом. Уже такая вкуснятина тоже получается. Ну вот, штурмует. У него еще и шноркель стоит, я видел. Но и колеса другие. Ну, он уже подготовленный, прям специально под грязимес такой, ну, под жесткое бездорожье. О, видишь, съехал. Тяжело там встать. Там, наверное, глубоко. Ты смотрел, нет? Там раньше мы купались, глубоко было. Раньше купались, глубоко было. А то уже и так ты глушитель вон набрал воды.
сейчас поедем с Данилом, посмотрим, что там около креста. Ничего себе, смотрите, какой крест гигантский стал. Ну, вообще здорово. Какой вот, блядь, там что-то еще строят, какая-то стройка. Здесь что-то накопали, какие-то ямы. Ну, тоже. Ничего себе, сколько он в высоту? Хрен знает. Вот это, да. Огроменный. Да. А здесь вот, смотрите, какая яму вот выкопали. Это было все хребет вот полностью. Вот как вот идет вот здесь хребет вот полностью. И так вот он до конца раньше шел, и туда хребет да, шел. Ну, и вот, вот то место, да, где этот звезда вот торчит. Да, мы вот там вот, вот туда можно было подъезжать. Да, мы где-то оттуда поднимались это и это на квадриках. А здесь вот тоже дорожки такие вниз. Ну, высота, конечно, большая. Смотрите, там... О, видите, какая территория. Обгораживают. Наверное, скорее всего, будет это смотровая площадка. Ну, срезали очень много. Видите, какая глубина большая. Ну, крестина какой. Смотрите. Идет вообще необъятной высоты. Просто сверх высокий. Я даже не знаю, сколько. Выше 14-этажного дома. Выше, конечно. Ну, классный вид. Если бы еще не было бы это, дымки вот такой большой. Ну, Дрокина деревня разрослась, какая большая стала. Здорово, не знаешь, какой высоты крест? Самый большой в мире. Ну, хуйней занимается, сделали такой здоровенный. Лучше бы какую-то статую свободы сделали. Ну, сильно, из чего он сделан, из железа или... А, вообще-то, наверное, железо, потому что болты вон это, крепление. Ну, все и говорят, как в город заезжаешь, говорят, что же у вас, говорит, холм, и на холме это прямо такой этот крест, кто-то похороненный. Я говорю, город похороненный. Раньше-то мы сюда гоняли, это ничего не было, мы на квадриках ездили, сюда в гору поднимались, там вон накатано было, здесь все это, машины не могли подняться, а сейчас сделали. Ну, испоганили. Раньше-то тут это дельтапланеристы летали постоянно. Ну, а сейчас... Ну, вид, конечно, обалденный из горы. Тут смотровая площадка, но надо, чтобы город весь это было. Смотрите, вот это 50 метров высота креста. И здесь будет смотровая площадка. Все брусчаткой было же, все сделано. Будут сюда люди приезжать, там дорогу сделали такую пологую. Может быть, и стояночку какую-нибудь сделают. Ну, фиг знает, будет, не будет стоянка. Может быть, там как раз-таки на дороге там внизу. Ну, круто, здесь-то вообще никакая. Здесь никакая не будет. Джип будет буксовать, не подымет. Конечно, будет буксовать. Потому что она... Ну, если резина шипастая, может быть, и будет. Мне кажется, все равно не выйдет, наверное. Видишь, они что-то делают, заливают бетоном, там будет какая-то, тоже как смотровая площадка, такие будут, как балконы. И это... Я там заснял что-то там, он звезда, что-то какая-то надпись там есть. Ну, вот а по-моему, здесь кто-то разбился, умер. Если некоторые не знают, как это сделать. Здесь вот видишь, ну кто-то останавливается, бумаги накидали, ну тоже как смотровая площадка. Чтоб не срезая макушки, можно было сделать такую ровную площадку. Ну как вот там на это на Дивногорск ехать. Да. Ровную площадку сделать, здесь поставить, например, эти... Ну, на сваях, чтобы ровная площадка была, перильца, и тоже бы запросто бы смотрелось бы, здесь могли бы заезжать, когда едут к кресту, сюда останавливаться, и это тоже смотровая площадка, ларьки бы поставили тут, пиво продавали бы. Ну, вон он крест, то есть, получается, этот хребет рядом с крестом. Ну, большой, а туда подъезжаешь, гигантский, просто гигантский. Но тут, кстати, такая вот... Дорожка идет, сейчас приближу немножко. Вот здесь получается дорожка идет. Можно от Дрокина прямо подняться сюда и спуститься.
Тут, смотри, не глубоко. Не, нормально.